А тут у нас собираются свободные белорусы в Киеве. Вот. Видимо, это связано с каким-то Минским маршем сегодня. Может быть, что-то есть. Здравствуйте, а вы не подскажете, это вы сегодня собрались по поводу Минского марша? Сегодня в Минске что-то происходит? Или это просто регулярно? В Минске по-любому что-нибудь происходит в воскресенье. Всегда. Да и не только теперь по воскресеньям. Каждый день происходит, да, уже? Что-нибудь обязательно. Больше, меньше. Понятно. Спасибо. Смотрите. О, как красиво, все красивые. Вот это просто классное платье. Смотрите, красиво очень. Здравствуйте. Я привезла с собой. Сегодня в Минске что-то происходит или это просто у вас каждый день или каждое воскресенье? Нет, мы выходим каждое воскресенье. Каждое воскресенье, да? Мы выходим, да. В Минске тоже выходит кто как, по мере возможности, кто как может. Все белорусы или тоже все белорусы, да? Да, мы все были вынуждены уехать. Уехать. Вы все бежали оттуда фактически. Понятно. Ну, вы сами видите. Люди вынуждены бежать от этого упыря. Тут нечего даже говорить. У нас так в Беларуси не популяется. Ну, да. И все. И все тебе. Флаг на балконе приходят. Да, да. Ну, понятно, ребята. Можно уехать. То есть тут большинство беженцев, большинство просто сбежали от этого... Тут такие усе. Тут такие усе, да? Я 2 года ехал из Беларуси. Мне прикольно здесь находится... по политическим мотивам. Когда я поверил, что на меня у вас будет 3 криминальные справы. Сейчас, секундочку. И мне придется сидеть, я дрянно разговариваю белорусской мовой, но я стараюсь дрянно разговаривать. Для 8 годов. Понятно, спасибо большое. Дякую. Мартин.